Выборы президента уже прошли, а большую работу на них проделали члены избирательной комиссии региона. И несмотря на грязные слухи, заслужили и похвалу в свой адрес. Наблюдатель общественный, он не привязан ни к одному из кандидатов, ни к одной из партий, поэтому он наблюдает за всем процессом и будет всегда сообщать обо всем, что происходит, будь то заклейка какой-то информации о кандидате, что происходило в Новом Лыклинском районе, мы тут же сообщение получили. Потом появление машины с агитацией одного из кандидатов в Старомайском районе. Потом попытки показать нашему обществу, что якобы были вбросы. Со всеми этими ситуациями наблюдатели достойно справились. Некоторые впервые стали участниками избирательной кампании. Однако все эти трудности их не напугали. Но мы были готовы к тому, что на избирательном участке может произойти все, что угодно. Могут быть попытки как-то дестабилизировать работу избирательной комиссии, попытки вбросы бюллетеней и тому подобное. То есть, в принципе, вообще наблюдатели были готовы к любому развитию ситуации и знали, самое главное, как действовать, оперативно действовать вот в каждом из приведенных случаев. Губернатор Сергей Морозов поблагодарил всех участников избирательной кампании за проделанную работу, за высокий профессионализм и выдержку, несмотря на различные внештатные ситуации. Это беспрецедентное количество общественных наблюдателей. Поэтому хочу особо поблагодарить Общественная палата, Александр Ильич, вас лично, областную избирательную комиссию, Юрий Иванович, вас лично, Ассоциацию юристов России, Алексей Сергеевич, вас, за высокое качество подготовки общественных наблюдателей. Напомним, что в регионе было 989 избирательных участков, на которых работало 3780 наблюдателей. Серьезных нарушений на момент проведения выборов выявлено не было. Во многом благодаря своевременному предотвращению внештатных ситуаций общественными наблюдателями. Елена Андреева, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.